Так, поднимаем. Ого! Вот это да! Вот это находка у меня! Обалденная! Нам вкуснятина. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, сегодня сколько работы. Нужно много потрудиться. Еще такая жара сегодня. Солнце так ярко светит. Ну ладно, нельзя отвлекаться. Ой, 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 это что такое? Что это за такая яркая труба? Ну-ка. Ой, холодная. Там что-то шуршит, ребята. Нужно заглянуть. Ох, пахнет обалденно. Чем-то пахнет вкусненьким и сладеньким. Нужно посмотреть, что там. Так, сейчас я ее переверну. Так, поднимаем. Ого! Вот это да! Вот это находка у меня! Обалденная! Ой, как вкусно пахнет! Ну-ка посмотрим, что это у нас такое. Вкусняшка. Ой, холодное! О, ребята, по-моему, это мороженое в форме конфет. Точно, объедение. Сейчас наемся. Ай, как хорошо, что я это нашел. Так ярко светит солнышко. Самое то подкрепиться мороженым. Сейчас съем все. Вкуснятина. Ой, холодное мороженое. Прям как лед. Ну, очень вкусное. Ой, не могу остановиться. Пожалуй, съем все. Все-все-все съем. Ой, вкуснятина. Какая вкуснотища. Ой, что у меня с голосом? Ой, ой-ой-ой, не пойму, что с голосом с моим. Ой, потом разберусь. Осталось пару конфет. Нужно их съесть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мороженое вкусное. У тебя гончик, не пойму. Ты что там мычишь? Ладно, некогда мне с тобой тут мычать. Поехал я, у меня много работы. Эй, гончик, ты что кидаешься под колеса? Шуточки у тебя, ничего не пойму. Интересная у тебя игра, конечно, гончик. Я бы с тобой поиграл. Но, как видишь, мне нужно отвезти бревна в лес. Так что пока-пока. Потом поиграем. Пока! Гончик, как у тебя дела? Такая жара. Пошли искупаемся или поиграем в мяч. Что? А ты не заболел случайно? Что случилось? Ты почему молчишь? Я тебе предлагаю пойти к Райдеру. Да, точно, пошли. Что случилось, Скай? Райдер, посмотри на гонщика. Я не пойму. Он молчит и молчит. Что-то с ним случилось. Он не может говорить. Как это так? Гонщик, ну-ка скажи. Протявкай давай. Точно, Скай, что же с нашим гонщиком могло произойти? Так, по-моему, медлить нельзя. Давай вызовем маршала. Он же у нас врач. Он наверняка что-то посмотрит. Может быть, он вылечит нашего гонщика.
Отличная идея, Скай. Давай вызовем и маршала. Предлагаю еще вызвать и Кали. Пусть она посмотрит у нашего гонщика. Что-то с ним случилось. Маршал прибыл. У-у-у! Сейчас мы вылечим гонщика. Что случилось? Так, нужно срочно провести осмотр. Мое любимое занятие. Ну что, маршал, приступай к осмотру. О, приступаю. Так, сначала проверим лапы. Самое главное. По-моему, все в порядке. Ну что, следующий этап. Самое время проверить уши. Так, гонщик, посмотрим. Следующий. Все в порядке. Так, остается проверить температуру. Точно, где мой градусник? С этого надо было начать. Так, подержали минутку, проверяем. Все в порядке. Не знаю, почему гонщик молчит. Райдер, я провел свой осмотр. Все в порядке у гонщика. Не знаю, почему он мычит. Или молчит. Непонятно. Привет, ребята. Привет, щенки. Щенячий патруль. Райдер, привет. Кэти, ты как раз вовремя. Маршал провел осмотр гонщика. И мы не поймем, почему он молчит. Так, маршал, что ты делал? Расскажи. Я провел полностью осмотр. А горло ты смотрел? Горлышко гонщика. Ой, самое главное забыл. Посмотреть горлышко. Не переживай. Сейчас мы все проверим. Итак, гонщик, скажи. Ого! У тебя красное прекрасное горло. Да у тебя целая ангина. Что же ты мог съесть такого, что у тебя такое красное горло? Это надо съесть просто не три, не четыре, а целую гору сладкого или мороженого. Ну не переживайте, сейчас мы подлечим нашего гонщика. Ну что, гонщик, горлышко мы тебя осмотрели, теперь осталось принять лекарство. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну а теперь постельный режим. Нужно тебе хорошенько отдохнуть. Как следует выспись, гонщик. Давай, мы тебя ждем. Пока, гонщик, отдыхай. Не переживай, Скай, все будет хорошо с нашим гонщиком. Осталось ему чуть-чуть отдохнуть, выспаться, и он снова будет с нами. Ну что, щенки, вы готовы проведать нашего гонщика? Он целый день спит, наверняка уже поправился. Конечно, мы хотим его увидеть, давайте быстрее. Я могу говорить! У меня появился голос! Ура! Ура, ура, ура! Я могу говорить! У-у-у-у-у-у-у-у-у! Как хорошо, что ко мне вернулся голос! Я могу болтать и играть! Ой, как же здорово! Щенки, сегодня так светит ярко солнце! Вы точно заслужили мороженое! Ура, ура, мороженое! Что? Только не мороженое, только не мороженое! Только не мороженое, только не мороженое! Нет-нет-нет, не хочу больше мороженое! Вы видели, что это такое с гонщиком? Вот умора! А мы полакомимся мороженым! Ням-ням-ням-ням! Пока, ребята, ставьте лайки и будьте осторожны! Сейчас ярко светит солнышко! С мороженым будьте осторожны, много не кушайте! Пока-пока! Эй, осторожно! Да, по-моему, самое время
вызвать райдера. Что-то ситуация выходит из-под контроля. Крепыш, в чем дело? Райдер, ты вовремя подоспел. Ты только глянь, что здесь происходит. Робо-пес совсем сошел с ума. Он тут такое вытворяет. Ты только глянь. Он уже целый час здесь выплясывает и залез на крышу. Лишь бы не случилась беда. Я что-то переживаю. Не переживай, Крепыш. Сейчас мы тут во всем разберемся.